Привет, друзья! Вы на канале Папа Швей. В нашем видео мы покажем, как правильно настроить роликовую строчку, также называют шов пико, для тонких тканей. Что нужно для этого? Поехали! Первым делом убираем крайнюю левую иглу, поскольку роликовый шов должен быть трехниточным. Теперь переводим стежковый язычок в положение R, как вы видите. Смещаем нажатием панель с ножом вместе и включаем R. К примеру, в бразерах стежкообразователь может выглядеть вот таким вот образом. В ягуарах вот так он выглядит. Но в любом случае он обязательно есть. Рекомендую сместить нож, когда он у вас в крайнем левом положении, сместить его на 1 мм. Нож необходимо отводить для того, чтобы у нас подворачивалась ткань и образовывался непосредственно плотный рулик. Регулятор длины стежка переводим в положение R, но это не обязательный показатель, так как мы можем сделать чуть гуще, ближе к единице, или чуть реже наш роликовый шов. В некоторых оверлоках, например, как вот Джуки, нету буквы R, поэтому ставим в положение 1. Если мы говорим за настройки натяжения нити, их нужно выставить по инструкции 3-3, это петлители, и иглу ставим между 3 и 4, это стандартные настройки. Но в любом случае обратите внимание, что в зависимости от типа ткани, насколько она скользкая, насколько тонкая, нам возможно придется подрегулировать и уйти от стандартных настроек по натяжению нити. Все, в принципе, оверлок мы подготовили, теперь самое главное — это нитка и иголка. Мы ее подбираем обязательно под тип ткани. Конечно, роликовый шов в основном делается на тонких тканях, поэтому подбираем тоненькую иголочку, тоненькую нитку и в путь. Все, оверлок готов к работе, поехали! И как вы можете сами наблюдать, строчка роликовая получается вполне приличного качества и, скажем так, не хуже, чем фабричная. Вполне достойный результат, как для бытового оверлока. Результатом я очень доволен. А если вы хотите получить скидочку 10% на оверлок Джанаме ML785 от фирменного магазина Janame.co.ua, переходите в описание, там я оставляю промокод, который будет действовать 30 дней с момента выхода видео. От Папа Швей!